В общем, пересилил я себя и решил все-таки продолжить кампанию за Германию в 1944 году. Хотя международная ситуация, конечно, не слишком благосклонна Германии. Вот союзники уже вошли в Таиланд. И под угрозой находятся резиновые вот эти вот добыча, производство резины, откуда мы торгуем резиной. То есть, если союзники выпилят сейчас Сиам и Индокитай, а это вполне вероятно, то нам реально придется вместо самолетов производить зенитное орудие. Пока флаг 38. Вот я уже поставил улучшение на флаг. И потом флаг 41 исследуем. Правда, он должен быть уже давно исследован, если исторично играть. Вообще, он, по-моему, в 41 году уже поступил на вооружение. В 41. А здесь 44, он еще даже не исследован. Такая вот историчная игра. Вот, ну, по крайней мере, для зенитных орудий не нужна резина. Только сталь. А стали у нас в избытке. Вот. Так, ну тут мы держимся. Так, флот отсюда уже можно убрать. Из Эстонии мы уже общее отступление проводим. Так. Так, да, кстати, у нас в ближайшее время мы выйдем из минуса по основному снаряжению пехотному. Дефицит остался всего 10 тысяч винтовок, нам не хватает. Если оставить вот эти две линии производственные, получается, в течение, ну, 2 недель мы выйдем из дефицита, из минуса по винтовкам. То есть мы можем сейчас вот эти заводы перебросить на другое производство. У нас чудовищная нехватка хавчика. Чудовищная нехватка доп. Оснащения, артиллерии, БТРов, чудовищная нехватка основных наших танков средних Пантера. Кстати, их можно улучшить. Так, надежность, конечно же, в первую очередь. Все, больше не хватит. Так, ну, завода мы, наверное, переведем. Какой у нас там баланс? С минус 49, минус 6 в день. Артиллерия минус уходит, хавчик в плюс идет. Так, ну нам нужно на артиллерию и на доп. Оснащение. И на средние танки. Средние танки тоже в минус уходят. Легкие уже хрен с ними, с легкими танками. Так, ладно, снимаем. Минус 4,8. Минус 50, минус 6,8. А, все, заводы закончились. Да. Блин, но средние танки тоже надо поставить. Без средних танков нам не... Ладно, снимем. С истребителей пока что у нас с авиацией не все так прям критично. 1500 истребителей есть.
добавим еще пантер. Без пантер нам никуда. На пантерах мы хотя бы хоть немножко можем тащить. Вот эти реактивные перехватчики. Мессершмитт 163 пока что снимем. С производства. Все равно тут эффективность производства низкая. 2-3 в месяц всего. Так вот. Так, вольфрама не хватает для танков. Немножко снимем с нефти. Дефицит мы выровняли. Так, дальше. А, кстати, да, вот в этом моде удивительно, но нам здесь дают очень большую фору. На самом деле, как я заметил, союзная авиация и советская авиация, стратегические и тактические бомберы вообще не бомбят немецкую промышленность. Это как бы, ну, удивительно звучит, но это так. Это очень большая фора для Германии, потому что если бы они бомбили промку, ну вот сейчас на ремонте стоит здесь, вот ни одного завода военного, вот одна фабрика, это в, ну это партизаны вот здесь покоцали в Румынии, здесь партизанское движение в Мюнхене, вот, то есть это на самом деле очень большая фора, потому что если бы как в реальности бомбили бы с территории Великобритании и Советы бы бомбили стратегические бомбардировки, то мне бы уже бы настал пипец, скорее всего. Потому что мне вместо того, чтобы строить вот этот новый восточный вал, который я построил, вот этот оборонительный рубеж вот этот, мне пришлось бы строить ПВО, противовоздушную оборону. Ну, вот в этих тыловых регионах. И радары улучшать. А так как союзники не бомбят вот эти регионы, я пока что здесь ПВО не занимаюсь. То есть не трачу фабрики на строительство ПВО. Вот. Это на самом деле очень хорошо, потому что... Ну, здесь на перехвате стоят истребители, но если бы союзники захотели бомбить вот эти вот 100 истребителей, они бы не смогли бы сильно помешать на самом деле. И то мне сейчас надо забрать истребители в Италию, что нам, во что бы то ни стало, нужно в Италии добиться превосходства в воздухе. Ну, эти калечные, эти реактивные пусть остаются здесь. У них дальность всего 150 километров. Вот, то есть я все истребители снимаю с Германии. Сейчас Германия, чистое небо над Германией. Просто лети не хочу, короче. Кто хочешь, бомбите. Вот, тут ПВО всего есть, которое вот было на старте игры. То есть в районе Германии, в районе Берлина, Шлезвиг-Гольштейн, ну, в районе Парижа и все. Вот сейчас ради интереса посмотрим, прилетят ли союзники бомбить. Вот 900 бомберов. Бристоль-Бьюфорт и еще, видимо, американские там. Вот они, английские. То есть в этом моде у бомбардировщиков стратегических и тактических приоритет самый главный – это атака вражеских войск. На втором месте они бомбят, я заметил, часто довольно авиабазы вражеские бомбят. Укрепления иногда. И, в принципе, промышленность они почему-то не трогают. Ну, только так, если по касательной, может, там где-то задевает. Порты, по-моему, они еще бомбят. В основном вот бункеры бомбят и радары, и авиабазы. Как я заметил. Это на самом деле
очень большая фора. Попробуем продержаться. Да, тут самая большая проблема, конечно, это вот эта высадка на Балканах. Здесь нам уже просто некем затыкать дырки на фронте. И вот это вот у нас попало в окружение, группировка. Ее надо вызволить в Италии. Для этого надо завоевать превосходство в воздухе над Италией. Befehle?
Здесь, на Балканах. Ладно, на Балканах мы поступим, сделаем рискованный шаг. Снимем наши последние силы свободные. Ну как свободные, они гарнизонят Грецию. Но похоже, что... Так, ладно, нет. Рискнем, короче. Снимем с гарнизонов из Греции все дивизии. Angetreten. Да, там еще хотел прокачать генералов некоторых. У кого-то там более свободные эти ячейки. Вейхс у нас будет мастер засады, укрепленная с плюс 5%. И разведывательный бонус во время укрепления плюс 25. Еще у кого-то. Auf geht's! Abstand halten! Ну, этому танковый эксперт не нужен. Он командует пехотой. А, zuhören! По-моему, у Кюхлера. Кюхлеру тоже, наверное. Атаковать мы пока не будем, так что на укрепленность. Как раз он тут укрепился вот здесь. Так, дальше. Дальше. Насколько еще Германии хватит, я не знаю, честно говоря. Вот, 1250 крутых штурмовиков прилетело, советских. Да, в дивизиях вот этих горнострелковых обязательно надо будет ПВО иметь. Пока что у нас не хватает для полной комплектованности ПВО. Ой, ПВО, ну, зенитных, зениток. Партизанами придется пренебречь. Дивизий у нас нет свободных пока что. Семь свободных верфей. Поставим эсминцы.
Все, мы все, что можно, перебросили, все наши истребители, которые прикрывали небо Германии. У нас уже даже по маневренности мы уступаем наши истребители средним значением союзников. Если Ла Рошель вернем, то будет нормально. Уже индийцы сюда приплыли. Achtung!
получили королевский тигр. Ладно, пока что надо что-нибудь для пехоты изучить. Ночной прибор ночного видения. Рассредоточенную промышленность 6 уровня с небольшим штрафом. Ладно, увеличим, наверное, горнострелкам организацию. Angetreten.
ausrücken. Vorwärts, Männer. Ausrücken. О, отлично, наши тактические бомберы поработали. Полностью разбомбили морскую базу в Ла Специи. Там как раз стратегическая бомбардировка, у них приоритет стоит. Морские порты. Так, попробуем вот здесь прорваться. Тяжелых танков. Ноль БТРов. Чем воевать? Zum Ausrücken. Ausrücken. Жесть. Бригада партизан взяла столицу Болгарии. Ihre Befehle? Ausrücken! Ausrücken! Ausrücken!
Ausrücken! Zum Ausrücken! Angetreten! Angetreten! Так, на Балканах ситуация стабилизировалась. Более-менее. Abstand halten! Unter Beschuss!
Bereit zum Ausrücken. Da. Ausrücken. Angetreten. Achtung.
andere Befehle? Befehle. Zuhören. Achtung. Ihre Befehle. Bereit zum Ausrücken.
Getreten. Похоже, нам потеряем регион Плоешти с нефтепромыслами основными. Все, Сяму капец. Ситуация, похоже, надо отступать к Висле. Больше мы здесь не продержимся.
Bitte? Schuss! Abstand halten! Ausrücken! Befehle! Befehle! Ausrücken!
angetreten. Befehle. Bereit zum Ausrücken. 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 Не, все, я сдаюсь. Дальнейшее сопротивление бесполезно.